А в Днепре неизвестный вместо того, чтобы расплатиться за поездку, исполосовал таксиста ножом. Потом вытолкнул его из салона, а машину угнал. Происходящее увидели коллеги. Таксист, началась погоня. На одной из улиц нападавший попал в аварию, бросил машину и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. Пострадавший находится в больнице. У него множественные ножевые ранения, пробито легкое. Таксист потерял много крови, и состояние его врачи оценивают как крайне тяжелое. На спине множественный колот отрезанный, было ранение кисти и спереди тоже в районе шеи, грудной клетки. На данный момент состояние стабильное, пока речи о угрозе жизни нет.